мои, всем привет из Одессы. Давненько мы с вами не общались, но я вам скажу, у каждого в семье или вообще у каждого бывают такие жизненные моменты, ну, что просто не до съемки роликов. Так и у нас получилось. Но сейчас уже все более-менее устаканилось, и мы снова будем с вами. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с Одессой, подписывайтесь на канал. И опять будем делать прогулочки, легкие рецепты. Все будет у нас хорошо. Сейчас мы едем с Фонтана в очень интересный райончик Слободка. Я вам скажу, мы до этого времени не были в этом районе, наверное, лет 12, это точно. Ну, просто нам нечего там делать. И райончик такой, ну, очень интересный. Там такие старые дома. Все такое какое-то, да? Мы ходили гулять, убитое. Чтобы найти там какую-то кафешку, надо столько обойти. Предлагали бутерброды с колбасой. Да, мы в одну зашли, говорим, можно у вас покушать? А вид такой этой кафешки, как даже ранее 90-х годов, такое убитое, захолустное. И говорим, можно у вас что-то перекусить, кофе выпить, покушать, можно у вас? Она так смотрит, мужчина с ней рядом стоял, и так ему, там у нас есть колбаска в холодильнике? Мы говорим, не-не-не, спасибо. И вышли оттуда, пошли искать дальше. Светофоры работают, но не везде. Ситуация по свету, нам его иногда включают. В общем, как было, так и есть. Ну ничего, это такие житейские проблемы, чтобы не было хуже. Вот даже здесь есть новостроечки уже. Это райончик, мы проезжаем сейчас, называется Бугаевка. А это наш автовокзал справа. Что у нас там по бензину? Цены? 52,99. 52,99. Больше ничего нет. И больше нет ничего. Ну, машинка стоит там какая-то, наверное, бензин есть. Сейчас вот экипаж приезжает. Это экипаж вышки? Да, вышки. Девчонки, здесь морячки. Вот где надо гулять. Райончик, конечно, ужас. Но возможно познакомиться с морячком. Посмотрите, какое старое-старое здание. Такое историческое-историческое. Это 11-я больница. Сколько она всего повидала. А вот здесь сразу перед ней стоят таксисты. Ребята, это звери. В общем, они ломят цену под больницей, чтобы доехать до нашего Фонтана. 400 гривен. Когда обычное такси, если вызвать, они берут 150. Я все понимаю. Каждый зарабатывает как может. Но станьте вы перед аэропортом, где туристы приезжают с баблом. Это уже классика жанра, что так зарабатывают. Но перед больницей, когда здесь люди иногда не имеют на лечение, стоять и драть такие цены, это просто кошмарно. Поэтому вот, обратите внимание и никогда здесь такси не берите. Сколько всего повидала. Сколько там людей было на том балконе, сколько тайн здесь хранит. Красиво.
история. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Лучше сюда не попадать. Конечно. Лучше сюда не попадать. Такие арки. Зайти посмотреть, конечно, красиво. Ну, здесь прямо парк такой. Фонтан где-то работает. Да, здесь фонтан. Парк, беседки. Знаете, мне даже это напоминает какой-то санаторий. Смотрите, здесь есть и беседочки, и скамеечки. Смотрите, как здесь внутри. Знаете, что здесь, мне кажется, можно, или может быть это уже сняли, здесь этот фильм «Покровские ворота». Напоминает вам что-то? Очень похоже. Как она ему там говорила, Кость? Как Сава Хоботову говорил. Ты тут отдохнул по наркозу? Точно. Сразу запомнил. Очень похоже. Вы знаете, здесь даже декорации никакие не надо делать. Вот оно здесь все такое старинное. Посмотрите, какие домики. Корпуса. Не лекарня, а просто парк. Вот мне просто видится, как там вот на этом балкончике стояли раньше врачи и курили папироски. Сальвы, наверное, или беломорта, да, булы, да? Сколько здесь истории? Вот я скажу, что они сидели. Она мне все сказала, когда старенькая, такая, я не скурила. Ну, все, так, все, а все. Это что, это памятник здесь или что? Да, да, дядя, все, липы. За слободку. Они да, воевали за слободку или да, что? Да, да, а, да, вот. Да, 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 все, за слободку, за всю, весь район. За весь район, вот эти, которые воевали, здесь вот это написали, да, все они, про да, них. Да, здесь прыгли, да. А, они здесь, вот эта могила прям? Да, 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 ховали. Где ховать? Где мы? Где мы? Где мы? Все, мы здесь ховать мы. Кому назначено? То все наши ветераны. Молодые мальчики молодые были. Конечно. А сколько лет, я не знаю. И бабушке спасибо. Она знает, она все здесь все сказала. Что здесь не было. Угу. Пожалуйста. Здесь. Интересно, обелиск, очень, видите, да, мы. Это обелиск. Да. Интересно, спасибо вам за рассказ. Видели этого местного жителя? А кто-то что-то понял, что он говорит? Я очень мало поняла. Там только некоторые отрывистые слова и все. А вот эта кафешка, за которую я вам рассказывала, что мы в него зашли, и сразу же нам захотелось оттуда выйти. Но такого мы давно не видели, наверное, с 90-х годов. Такое там все убитое, мрачное, черное. Она говорит, что там у нас есть колбаска?
Вот так вот. Вот где похиняйте. Немцы, да, эти, да, они взяли, они знали, кто живет, все это сознали. Дворники были здесь самые главные, дворники. Опять нас друг догнал. И да, да, не бежалось дворники, они знали, кто чем занимается. Ну вот, да. И немцы, да, немцы им... Что-то немцы про немцев говорит. Дворникам, дворники брали и... Интересно, да. Спасибо. Да. Короче, он за нами ходит. Вон, видите, какой местный житель. Посмотрите на эти старые-старые дома. И там живут люди. Вот почему бы здесь вот это не сносить и не строить нормальные дома для людей? Они же здесь, им место это неинтересно. Они забирают там на фонтане, у моря поближе. Так, чтобы уже вообще ногой встать на песок и тоже сказать, вот это наше место. Вы вот здесь людям сделаете комфорт, а не застраиваете берег, там, где вообще уже... Такое понастраивали. Курортная зона должна вообще, я помню, быть... 2 километра, нельзя никаких высоток. Посмотрите, что они там сейчас сделали, 16-е фонтана нашей. А здесь вот такое захолустье. Как вам такое? Вы знаете, здесь даже страшно ходить. Посмотрите, сколько лет этому домику голубому. Да и рядом здесь такое же. Слободка. Ага, это улица Слободская, вот Костик мне подсказывает. В общем, ребятки, и это тоже Одесса. Как ни крути, ну таки да. Но очень отличается от нашего фонтана. Я вообще сюда попала, как на какую-то другую планету. Как знаете, возврат времени, машина времени. Точно. Здесь такое все старое, убитое, неухоженное. Редко где вот встретишь вот такое вот что-то еще более-менее, вот новые построечки. А так все очень старое, довоенное. Не до этой войны, а вот до той, Второй мировой. Смотрите, какая голубенькая машина. Это Жигули Копейка? Да. Вот так вот. Я вам говорю, здесь снимать фильмы и декорации не нужны. Вот тебе, пожалуйста, возврат во времени. Жигули Копейка рядом с таким домиком. Все, сцена готова. Снимай, не хочу. Смотрите, ребятки, какой дом из ракушника. Ну, катакомбы. Резали ракушняк и сразу строили. Точно, он же очень старый, этот дом. Копали катакомбы в войну и резали этот ракушняк. Это до войны. До войны, да? И вот этот домик построен, наверное, из такого ракушняка. А здесь устроили. А здесь, посмотрите, в окнах даже ставни есть, представляете? Окна со ставнями. Старые дома, ракушняк, камыш. Здесь все устроили. Классно. Притронулся к истории. Все, ребятки, мы будем ехать домой, потому что здесь как-то некомфортно и неуютно. Хотим вернуться на свое Таирово, на фонтан, в цивилизацию. А
вы подписывайтесь на канал, пожалуйста. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Одессой. И до следующего видео. Всем пока!